Ты здесь, а я? Я уже на ушах стою. Где ты пропала? Слушай. Ты же замерзнешь, а? Чего ты печку не врубил, а, дурех? Простынешь еще. Нос холодный. Помнишь, здесь гуляли? Ну, да ты че? Ты поэтому сюда? Наверное, я просто домой не хочу. Да я тоже не могу домой идти. Прости меня, Диня, прости, пожалуйста. Ты понимаешь, я не по дому ходить не могу. Мне все кажется, что, понимаешь, все кажется, что батя за столом сидит. Представляешь? Я тебя понимаю. Знаешь, мы все сами узнаем. Менты с этим прокопаются еще 2 года. А я хочу знать, как она сюда попала? И кто убил маму? Это ты про Вику, что ли? Конечно, про нее. Это с ним все началось. Мы проведем свое расследование. А я тебе буду помогать и буду делать все, что ты скажешь, хорошо? Успокойся, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. О, вижу, вы всеоружие. Извините, я тут за капусту принялась. А я из милиции. Ой, господи, что случилось-то? Мне бы хотелось увидеть Саврасову Елену Михайловну. Ой, она умерла? Да вы проходите. Проходите. Ой, не сажайте. Сюда. И сейчас я. Вот так. Расскажите, пожалуйста, когда умерла Саврасова и как вам досталась квартира? О, Господи, да что такое с этой квартирой-то? То один ходил, его спрашивал про прошлых хозяев. Тоже говорил расследование у него. А как он выглядел? Ну, вежливый мужчина. Лет 50. Такой стеснительный такой. Все время такой по носу делал. Фамилия у него такая интересная. Кмит? Точно. А в чем дело-то? Нет, ничего, вы не волнуйтесь. А скажите мне, а как давно умерла Саврасова? Это почти 2 года назад. Мы тогда квартиру у наследницы и купили. Извините. Как звали наследницу, вы не помните? Вы знаете, квартирой муж вообще-то занимался. Угу. Я ее только один раз видела, когда мы деньги передавали. Помню, что красивая очень женщина. А мужчина с ней был такой интересный. Глаза у него еще разные. Один синий, один карий. Да, разноцветные глаза. Странно. Да. Представляете? Странно. А где вы ей передавали деньги? Ну, как положено, нотариус печати поставила. Мы сразу же деньги отдали. Угу. А можно взглянуть на купчую? Да ради бога. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Ваш муж предусмотрительный человек. Да вы Прокопий. Вы знаете, в наше время не знаю, что когда пригодится-то. Простите, а можно мне взять одну? Ой, а если вам для дела нужно? Спасибо. Пожалуйста. А вы не посмотрите вот это? Она наследница?
Точно. Точно она. Вы знаете, только она раньше черная была, а тут белая. Но это она? Она, она. Коля, давай сюда. Привет, Гриша. Здравствуйте, Александр Ильич. Здорово. Возьми что-нибудь себе. Так, какая еда? Взяли мы их. Где? Гопота мелкая. Пытались золотым роликсом за обед расплатиться. Прям в волне взяли, раскололи сразу. Что говорят? Ну, как вы и сказали, они спасли его от самой белой акулы. Угу. На вокзале решили денег в наглую снять, а он их тростью засветил. Ну, они, конечно, ему нож под ребро и сунули. На, бедняга Матвей. Ну, слава богу, хоть одно дело закрыть можно. Так вы идите, пойду я себе кефирчик. Ну, давай бери, конечно, чего. Да. Понял. Да, сейчас выезжаю. Что такое? Нашли машину Разживина. Так. Брошена в предгорье, ну, на дороге. Там никто не ездит, поэтому нашли только сейчас. Давай, Коль, езжай. Обшарь там каждый угол. Понял? Давай, быстро. Останусь тут ни одной секунды в этом проклятущем доме, чтобы я больше не видела никого. Господи. О, Денисочка, очень хорошо, что ты пришел. Все, собирайся, мы уезжаем отсюда. Так, сейчас вот тут. Ну что ты стоишь как идол? Я тебе говорю, собирайся, мы уезжаем. Мама, мы никуда не едем. Яйца курицу не учат. Собирайся, я сказала. Мама, ты меня слышала. Это почему, а? Почему? Я Алиску одну не оставлю. Алиску? Угу. Нужен ты ей, как позавчерашний снег. Это не твое дело. Как ты со мной разговариваешь? Щенок. Послушай меня, мама. Я уже не щенок. Я здесь мужчина. Я хозяин этого дома. Разбери чемодан. И это. Ты типа, ну, все по местам поклади. Понятно? Илюша. И она пришла. Милый мой, зачем ты это сделал? Ты же умная женщина, Вик. Илюш, у нас же все получалось. Все шло как надо. Как надо тебе. Неправда. Мы вместе этого хотели. Ты так слаб, Илюша. Очень слабый. Вы со своим дружком обвели меня вокруг пальца. Я тряпка. Феликс помогал тебе. Что, не помнишь, что с тобой было? Ну ничего, ты скоро выздоровеешь. Что ты собираешься делать? Откроешься перед законом, будешь писать свои картины или... Никаких планов. По крайней мере, золото у твоего ветра я не собираюсь отбирать.
Я любил тебя, Вик. Я очень любил тебя. Мне жаль тебя. Я хочу все забыть, все. Что? Ты же хотел мстить Петрову. Ты же думал, что это Ветров убил твоего отца. Оставь меня в покое. Я не помню. Я был ребенком. Я не знаю, кто из троих. Оставь меня в покое. Пап, давай за чашу золота. Довольно, что наш шоколад. Да, Илюша. Просто я должен его спрятать. Пока. Как пираты? Да, как пираты. Я закопаю его. А ты потом обязательно вернешься и найдешь. Хорошо? Здорово. Как острые сокровища. Разбудишь маму. А мы с тобой договорились, что это наша маленькая мужская тайна. Папа была собака. Он ее убил. А как он это сделал? А как я? Тюк. Тюк, и все. Ай, ай, ты моя хорошая. Ай, иди к папочке. Иди к папочке. Иди, иди. А, ай, иди к папочке. Моя дурёшечка. Ай, как больно! Ай, больно-то как! Здорово! Приветик! Садись! Куда едем? Прямо. Ты что, рехнулся? Я шучу. Я шутить люблю. Идиотские шутки у тебя, Эдик. Хорошее утро. Сейчас бы с Илюшкой по ягоды. Да. Тихое место. Ладно, давай за работу.
Ищи. Товарищ Сашенька, собака все взяла. За мной. Вперед. Стоп. Окружите дом. Салимон, за мной. Погоди. Вызывай экспертов. Николай Иванович, смотрите. Похоже на контактную линзу. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня посылка для госпожи Ветровой. Опоздали вы. Для госпожи Ветровой посылки носить. Как же? Госпожа Виктория Ветрова есть такая? Нет, у этой госпожи другая фамилия. Так заберете или нет? У нас нет Виктории Ветровой. Нет такой госпожи. Спасибо, это я. Спасибо. До свидания, госпожа Ветрова. Счастливо. А с каких это пор вы Настину фамилию стали носить? Неда, в саду есть дела, займись. Стало быть, не Карамова. Никаких мишек, ну хватит. Подожди, подожди. Ну, если Мишка хочет кататься, тут уж действительно что-нибудь поделаешь. Ну, пойдем. Сон плохой приснился, и так не смогла уснуть. Бедная, напуганная девочка. Какой запах тяжелый, откуда он? Откуда телили? Терпеть их не могу. Это я купила. Забыла воду поставить. Выкинь их, прошу тебя. Угу. Максим. Мы сможем уехать, как только скажешь. Это будет скоро, очень скоро. Дай мне закончить дела. Я сам отсюда хочу ехать побыстрее. Здесь невозможно. Невыносимо дальше оставаться. Давай уедем сегодня. Ну или завтра. Если бы я мог, я бы сбежал прямо сейчас. Я тоже. Рожевин был единственной ниточкой, она порвалась. Убирайте, свидетели. Ладно. Что там у тебя-то?
много интересного. Во-первых, Вике никаких рекомендаций никто не давал. Покойный Кмит был прав. Рекомендация на подделку. Ладали это? Дали еще клещи? Эта дамочка умудрилась перевести на себя квартиру одинокой старушки. Ну, старушка была психически больная и, угу. Ну, и совершенно одинокая. Вскрытие, конечно, не делали. Да ну какое вскрытие? Старухе было 80 лет, малоимущие, похоронили в общей могиле, вот и все. Вика одна работала? С ней был парень с разными глазами. Ага, с такой приметы не спрячешься, проще искать будет. Ну, а после смерти бабули Вика продала ее квартиру и неожиданно уехала из Москвы в Сочи. Видно, жизнь в Сочи интереснее, чем в Москве. Вот Анастасия Ветрова бросила престижный институт и уехала в родной город. Ну что, Леша, сходится пасьянство, а? Не знаю, у меня большие сомнения вызывают Чайка. Ветров и Чайка работали вместе. И с работы они ушли вместе. А спустя некоторое время Чайка появляется в Сочи. И наш добренький Ветров дает ему на ресторанчик деньги. Ты думаешь, он его шантажирует? Ну, послушай, Саша, ну если бы Чайка получил свою долю, ну, скажи, стал бы он брать кредиты у Ветрова, просить у него денег, ну? Вряд ли. Леш, попробуй найти связь Ветрова с Настей. Я этим займусь. Да, оказывается, не только любовь прочно связывает людей. Ты прав. Убийство связывает прочнее. Ну, пока. Давай, давай, съезжай. Привет, Максим. Где Роман? В машине. В какой машине? Пойдем, я провожу. Эдик, ты сдурел? Не груби. Это очень невежливо. Пойдем. Что на него смотри. Спешить надо. Ugh!
Эдик! Эдик! Ты чего, Эдик? Эдик! 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 Убийца! Убийца! Чушь! Чушь какая! Ты кто? Откуда ты? Я твой друг. Ты видел? Да. Ты видел? Да. Я не убийца. Нет, ты не убийца. Тихо, тихо, тихо. Я все видела. Ты защищался. Он напал тебя. Слышишь? Я защищал. Тихо, я тебя прошу, пожалуйста, тихо. Ты не убийца. Я все видела. Он напал на тебя. Ты защищался. Слышишь меня? Все хорошо, пожалуйста, тихо, тихо, тихо. Он напал, я защищался. Да. Тихо, все хорошо. Слышишь, все хорошо. Максим, только мы не можем его так оставить. Я не могу. Я помогу тебе, слышишь? Ну, пожалуйста, я помогу тебе. Давай. Но мы не можем так его оставить здесь. Давай, у нас все с тобой получится. Пойдем. Я тебя вспомнил. Да, я была с Борисом в университетском парке. А еще в банке. Мы с тобой столкнулись. В коридоре. Точно. А вот и сторож для нашего золота. Я сам. Thank you.
подожди. Что? Подожди, я паспорт достану его. Зачем его? Никогда не найдут. На всякий случай. Перед на мне кровь. Не волнуйся, Макс. Этого никто никогда не узнает. Слышишь? Никто и никогда. Это только твоя и моя тайна. Максим, передай соль, пожалуйста. Спасибо, Мин. Спасибо, милый. Надо ж так обнаглеть. Если спите вместе, так надо скрывать. Алис, я должен тебе кое-что сказать. Рискни. Мы с Викой поженились. Добилась все-таки. Пора повзрослеть, Алис. Я люблю Вику. Мне надоело воевать с тобой. Не надо мучить нас. Ах, я тебя мучаю? Интересно. Ну, ты же можешь быть просто вежливой. Перестань грубить Вике и мне. Алис, в конце концов, мы одна семья. Мы одна семья. Алис, солнышко, я очень люблю тебя. Ну, пойди мне навстречу. Постарайся подружиться с Викой. Мы не одна семья. Такой, как она, семьи не бывает. Господи. Если бы ты знала, кто она на самом деле, ты бы вышвырнула ее из дома. Это в кабинете. Что ты знаешь обо мне, Дрень? Я все о тебе знаю. Рассказывай, дурочка. Сейчас вернется папа, я все расскажу. Я хочу слышать это прямо сейчас. Денисом следили за тобой. Денис подслушал разговор с художником. Ты женила на себе папу из-за золота. Вы все, ты, Феликс и художник, хотите завладеть золотом. Ну, хватит. Отправлю я ее за границу. Будет учиться в Швейцарии, как миленькая!
так нельзя. Она очень любит этого мальчика, Дениса. Нельзя мешать их счастью. Ну и свое счастье ломать не дам. Я должна поговорить с ним. Он имеет очень большое влияние на девочку, и, может быть, он хотя бы уговорит ее терпеть меня рядом. Ты что, пойдешь к Денису? Я люблю ее. И, прости, я сделаю все, чтобы она была счастлива. Привет! Привет. Я уезжаю с Викой. Решил тряхнуть стариной? Дай-ка, мол, поработаю на себя. Ты способен меня выслушать? Пошли. Ну, чего у тебя там опять? Уезжаем навсегда. Макс, как уезжаешь? Это решено. Мы уезжаем на днях. Куда? Пока не знаю. Во всяком случае, ты будешь первый, кто об этом узнает. Макс, мы много лет вместе. Как я без тебя? Я же сказал, деньги уже лежат на твоем счете. Да не в деньгах дело. Я привязан к тебе. Черт тебя возьми! Нет. Мне не нравится твой отъезд. Не волнуйся. Я помню, чем именно мы привязаны. Уже 30 лет. Прощай. Эдуард Кубович, Мишу надо увольнять. Он опять на стакан подсел. Чего? Рубщик на работу не вышел. Ну что мне, самому теперь тушу разделывать придется. Принимай товар. Выгружай. Ну, шевелись, шевелись, ну. Наручники сними с них. Ну, быстро! А теперь все в дом. В дом, в дом. Живее! Шевелись, шевелись, ну. Где, сказал? Шевелись, падаль! Воды! Ради бога, воды! О, Меченый, возьми табуретку и садись. Раскомандовался. Я вор, а не сявка. Понял? Я сказал, возьми табуретку и садись, я буду стрелять. Давай, брат. Можно начинать все готово. Дай. Ну что же, сейчас вы можете пить и жрать за упокой своих душ. Прощай, Мечный. Еще встретимся, сучара. Сержант Барболя, ко мне. Поджигай. И передай ребятам, чтобы стреляли по каждому, кто попытается выскочить из этого дома. А Забелин? Ты что, не понял? По каждому. Есть.
Тебя меня распалили! Что? И тебя сдали? Мусор! Что, там полкина не что ли? С нами пойдешь, падла! Понял, сука! Прорываемся, братва! Сиплы, пошли! Пошли, дурак! Давай! Брось! Да давай! Братва, надо! Пропасть! Куда его несет? Там же пропасть!